Здравствуйте! Как дела? Я приехал в Санкт-Петербург только с одной целью, чтобы вы стали больше и лучше. Ну, да видимо, кто от вас, давайте брат, данес, напрей был более успешный, руку двигнет, пореча я. Итак, кто с сегодняшнего дня хочет стать более успешным? Поднимите руку, скажите «я». И данес, я могу час. И может быть сегодня настало время. Да сами себя упрашать. Для того, чтобы вы спросили самих себя. Али это все, карсте достигли в своем живлении, али мислите, да еще кай веч? Вот все, что вы достигли в своей жизни, это уже все? Или вам есть куда стремиться? Некоторые речают, найтяжее зачать. Да, кто-то скажет, что труднее всего начинать. Не, найлажее зачать. Нет, начинать легче всего. Найтяжее наделевать. Труднее всего продолжать. Найтяжее наделевать, кое тяжко. Тяжелее всего продолжать идти вперед, когда тебе трудно. Найтяжее наделевать, кое гре, подочерти. Еще тяжелее всего продолжать, когда у тебя не все получается так, как запланировано. Тяжко быть мотивирован, когда все доль. Очень тяжело сохранять мотивацию, когда все у тебя уходит из-под ног. Я справим так. И я говорю так. Не легко быть, не тяжко быть и мотивирован, повесел. Не сложно быть мотивированным и радостным. Так откуда все в добро? Когда у тебя все хорошо. Амбак так рад. Но в тот момент. Не все добро. Когда у тебя не все гладко. Так рад можешь брать мочь. Вот именно в этот момент нужно собраться. Собрать так, свою волю в кулак. И в кризисных часах се родию лидеры правы. И говорят, что именно в кризисные времена рождаются лидеры. И нас варяем. И я верю. Да данес тукай. Что сегодня здесь. Мед вами сто соводе. Между вами, среди вас, находятся настоящие руководители, лидеры.